Несколько месяцев назад нам позвонили из Яндекса и предложили сотрудничество. Это... Чувак? Здесь еще такой-то был костяк ребят, которые работают здесь очень давно. Ну, они работают за деньги, да? Парню его наказали, почему он там? Это на самом деле переговорка, которая позволяет разговаривать, и ну, никто не слышит. Она. Бы здорово, если бы она была хотя бы наполовину непрозрачная, хотя бы по пояс. Ну, для релакса. Мы в Яндекс.Картах поддерживаем людей, ведущих активный образ жизни. В нашей команде работает самый быстрый программист в мире. Не в том смысле, что он очень быстро программирует, а он очень быстро бегает. На самом деле Юра прав, я действительно самый быстрый программист в мире. И сегодня в дополнение к имеющимся возможностям построения маршрутов на автомобиле, на общественном транспорте, пешком и на велосипеде, мы анонсируем запуск функции построения маршрутов бегом. Несколько месяцев назад нам позвонили из Яндекса и предложили сотрудничество. Мы, конечно, были в полном шоке, потому что кто мы, а кто Яндекс. С другой стороны, канал «Бег вреден» — это как бы не хухры-мухры, а все-таки один из самых крупных каналов о беге на русскоязычном YouTube. Факт. Мы запускаем эту функцию вместе с проектом «Бег вреден», поскольку это самый крупный русскоязычный канал о беге в мире. Функция, о которой сегодня пойдет речь, мы вам покажем в деле. Сейчас мы находимся на Лужнецкой набережной, рядом с Лужниками, и будем прокладывать маршрут в сторону Котельнической набережной. Котельническая набережная. Значит, смотри, от места, где мы сейчас находимся, до Котельнической набережной пешком 1 час 26 минут. А бегом, вот она, новая функция, за 46 можешь добежать. Оп, прикольно, да? Что, 46 минут, 7,2 километра. Да. Ну все, жми старт. Вибрирует, говорю, подожди. Ты более 45 минут в пути, тебе нужна энергия. Покажи этот экран курьеру Яндекс, получи энергетический батончик. А где? Прикинь? А где их найти теперь? Если построенный маршрут длиннее 45 минут, то показав трек приложения курьеру Яндекс Еды, вы можете бесплатно получить батончик и воду. Let's go. Сэй, вот смотри, я вижу чувака. Курьеру Яндекс.Еда, получи энергетические батончики воду. Есть такие? А сколько у вас приложений? Вот одно. Одно. Ну тогда одна вода и один батончик. О, спасибо большое. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Давай у стражи порядка попросим еды. Да, давай попросим. Вдруг они дадут. Нет, не дадут. Окей. Rockstar. Все, пробежали. У нас получилась тренировочка неплохая. И, конечно, приятным бонусом была история, связанная с питанием. То есть, фактически, выбегая на пробежку, можно не думать о том, что ты не поешь. О, прикинь, Искандер красава. Мы все пробежали, и у меня появилась вот такая вот штука на телефоне. Прикинь, и мы когда выбегали, ее не было. Искандер пасхалку положил просто, прикинь, для всех бегунов, походу. Искандер, ты красавец. Короче, пользуйтесь этой функцией, у вас должна появиться вот эта корона над этим. Я бы тоже проверил, но сейчас, ну, завтра побегу. Проверю обязательно, как это выглядит. Все Go устанавливайте приложение Яндекс.Карты и тестировать новую функцию построения маршрута бегом. Еще один бонус. В ближайшее время Яндекс.Карты заговорят голосом Усейн Болта. Надеюсь, вы понимаете, кто это.